Говорят, что коронавирус шагает по планете. Кто такое говорил? Я такого никогда не говорил. Я это все в интернете прочитал. Я не знаю, правда это или неправда. Вообще, мне кажется, китайцы склонны немножечко драматизировать. И именно на этих слухах и питаются слухи в нашей стране и по всему миру. И поэтому прямо сейчас я вышел на улицы Казани, чтобы узнать, верят ли они в коронавирус или не верят. Есть он или его нет. Вы верите в коронавирус? Нет. Нет. Ну, это, я так думаю, что придумывается для отвлечения людей от насущных, более насущных проблем. Нет, не верю. Нет. Давай так тогда. А если вот здесь побауны, иногда шныряют китайцы, что произойдет, когда ты увидишь их? В смысле, ничего. Обойдешь стороночкой? Нет. Я знаю, что он существует. В смысле, от моей веры что-нибудь зависит? Он существует. Ну, раз его нашли, значит, он есть. 11 тысяч человек от гриппа умерло. От гриппа умирает больше. Нет. Ладно, это шутка была. Как вы думаете, здоровье-то уже немножко пошаливает, поэтому надо быть готовыми ко всему. Вот вы мне поверите, я на прошлой неделе вернулся из Китая. Не боитесь со мной рядышком стоять? Нет. Ну еще страшно, у меня сын точит так же кашляет. Поцелуемся? Не надо. Да и не думал про это пока еще. Нет, я думаю, что это истерия, в общем-то, очередная. Верю. Испугаетесь, если вот на Баумана на вас китаец чихнет? Да, наверное, нет. Но в коронавирус верите? Ну, раз он там есть, пишут, я уж не знаю. Не было там? Не было? Как раз не было его, наверное. Был? Ага, и вы на меня кашляете, да? Не боитесь, значит, да? Нет его? Нет. Нет? Ну, не особо. В смысле, не особо. Я не думаю, что он до нас доберется. Что пожелаете коронавирусу? Не приходи. Татары, не подходи. Верите в коронавирус? Нет. Нет. Do you believe? Yeah, I believe. Слушайте, ребят, мы подумали, давайте зайдем в лучшее специализированное учреждение и спросим, есть вообще лекарства от коронавируса в наличии? Часто заходят китайцы? Китайцы нет. Может, маски начали покупать чаще? Маски начали покупать, да. Но у нас масок нет пока. Маски кончились? Да, кончились, да. Ты откуда? Из Китая. Да, я спрашиваю у людей, верят они или не верят. И все говорят, что не верят. Ты веришь? Да. Зачем ты пришла в аптеку? Для... маск. Маски закончились. У меня есть одна. Она свежая. Надо? Отказывается. Отказывается. Смотри, в Казани напряженка с масками. Ты веришь в коронавирус? Не то чтобы верю, но я понимаю, что такое может быть. Представляешь, если придет в Россию коронавирус, это же получается, на карантин закроют школу? Будет плохо. Ну смотри, но зато будут каникулы. Ну, лучше уж не придет вирус, чем каникулы. Веришь в коронавирус? Вот то же самое я хотел спросить у вас. Верю, верю, верю. Верю, конечно. Знаешь что, давай по-татарски угрожать коронавирус. Так, кроме того, коронавирус, кирек, мне хатайдарный взяр не хасан. Но если я поверю в феи, то феи не появятся же? Я думаю, что в основном все боятся, потому что он не лечится, а не потому, что он там быстро как-то распространяется. Ну, в общем, ты веришь или не веришь? Не могу точно ответить на этот вопрос, но значит, верю или не верю. Нет. Да. Не боишься китайцев? Нет. Ты веришь, что угроза большая? Ну, нет. Нет. По-моему, это обычный проект очередной, американский. Ну что, ребята, верите вы или не верите, важно одно. Нужно просто укреплять здоровье, и все будет хорошо. Специально для Татарстан Ньюс.